Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 271. События дня. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 7 стих. Впрочем, близок всему конец. За 8 сентября 2016 года. И далее. Ознакомление с большими материалами по разрушению России. Вот опубликовывает, изобличают. Человека, засланного в Россию, с великой миссией всех перессорить, обольстить. Делает из людей баранов. Создал пугало для устранения неугодных. Гимн сайта. Я не знаю еще, в интернете есть или нет, где, чтобы был человек, который какому-то сайту гимн посвятил. Владимир Мочалин это сделал. С человеком, с которым мы не встречались. Который никакого влияния от нас не имел. Просто он увидел этот сайт наш. Он не имеет аналога в мировой практике. Что там есть? Во свете Библии, все называется, во свете Библии. Такие простые слова не могли соединить. А это делает Господь. Вот мы посмотрим. А тут у нас в моем мире, там несколько страниц, вот где просто я стою без голубя в руках. Очень богатый здесь материал. Второе, это у нас тоже во свете Библии. Вот он, во свете Библии, православный форум. 1592 темы это примерно. И наш YouTube. Вот. Сегодня я выставил 5 роликов, можно посмотреть. И самое богатое, что у нас есть, сам сайт во свете Библии. И на этом сайте самое ценное, это ответы по темам. 55 тем, папок. Во свете Библии. Даже эти слова зарядите, вы немного найдете, там еще где-то один человек. Где-то встречается. Такое сочинение. Во свете Библии надо все рассматривать. Все. От рождения до смерти. Потому что Евангелие от Иоанна 12:48. Бог будет судить по слову своему. Слово, которое я говорю, оно будет судить его. Вот в этом все.
Ну и придется во свете Библии показать. Я обещал. Сомнения нет в Христовых пресветлых стопах, но путь освещает лишь Библии свет в земных и небесных мирах. Должны мы нести Слово Божие в сердцах всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца мы славим вновь правду Христа. Всегда сравнивать. Представьте, это написать,
найти исполнителей, составить музыку, и это сайту. Как это может быть? Человек незнакомый совершенно. Я во всем вижу милость Божию. Вот события дня, вчерашний день, утром я сегодня подвожу итог, мы закончили копать картофель. Мне трудно склоняться, у меня 3 грыжи по позвонке от тяжелых работ на стройке, не лукавые работы. И поэтому я копаю вилы специально, такие широкие рожки. Я успевал 2-3 выбирают, как правило, 1, даже 4 было. Здесь ничего нельзя сделать. Земля твердая, все лето шли дожди, а потом сразу жара. И у всех, с кем я поговорю, да, говорит, 2-3 примерно так. Редко пройдем в день и останавливаемся. И 4 дня пришлось мне копать, вывертел ноги, болит, все. Но, милостью Божией, опять встал, здоровый. Закончили, там осталось мелочь собрать только. Где, сколько, ну, примерно, они по 3 ведра, 100 мешков-то будет. Набрали все же. Нам-то хватает, но мы заботимся о тех, кто ничего не имеет. Всегда объявляем бесплатно, бесплатно. По милости Божией, не считаем это никаким особым делом, но люди нуждаются. Самое мелкое, горошина с ноготок на руке, мы ее собираем и отдельно варим, а потом ее уже чистим вареную, подсушим немного и такую употребляем в пищу зимой. Ну, а кто там на разные борщи, супы, ему нужна целая большего размера, и вот им отдаем. И у нас Господь благословляет новых тружеников, находит. Вот про это Юрий написал в новом выпуске. Слышал гимн сайта. Здорово. Профессионально сделано и свежо звучит. Да благословит Бог автора. Президент Узбекистана Ислам Каримов, православный, в крещении Илья. Кураева прочитал. Вот я вчера отвечал, сегодня повторяю. Не знаю, так ли это. Ничего сказать не могу. Вот. Ну, был, если христианин, то блажен человек, уверовавший при жизни во Христа. Но это будет иметь последствия, если стало известно после его смерти. Хоронили по исламскому обычаю, у него свой клан. А может быть, это запущено специально, чтобы разрушить его авторитет. Не знаю. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.